Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема электрооборудования автомобиля. Прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать то, что данная тема является относительно простой, и поэтому не будем заострять на этом внимание. Перейдем к основной части данного видео. Источники и потребители электрического тока. На автомобилях электрическую энергию применяют с целью воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя. Для запуска двигателя при помощи стартера. Освещение звуковой и звуковой сигнализации. Для питания контрольно-измерительного и дополнительного оборудования. На автомобиль устанавливается два типа источника тока. Это аккумулятор и генератор. Источник тока, так же как и потребители, соединены между собой параллельно. На автомобиле применяют одну проводную схему с напряжением в бортовой сети 12 и 24 вольта. Вот что, собственно, хотел я рассказать сегодня. Ну, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч!